автомобиль, потому что по подорожанию топлива пойдет подорожание цен на продукты питания, подорожание на медикаменты пойдет, подорожает все, подорожает перевозки. Я думаю, скоро перевозчики даже в Николаеве по всей Украине начнут требовать повышения цен на пассажирские перевозки. Поэтому это общеукраинский протест. И сегодня по всем городам он проходит Украины. Был призыв с 9 до 10 остановиться, где бы вы ни ехали, и постоять, включить аварийку в знак протеста, подорожания на топливо. Что хотел бы сказать, что на самом деле регуляцию топлива должны следить кабинет министров, конкретно Гройсман. Господин Гройсман, вы говорили пару лет назад, когда становились премьер-министром, что вы покажете, как управлять страной. Вы знаете, уже насмотрелись. Пора бы уже, наверное, в отставку. И хотелось бы, чтобы люди вам давали оценку ваших действий и вашей работы. Спасибо, Верховной Раде.